5 марта 2018 года на канале «Россия-1» состоится премьера 8-серийного сериала «Чужая». Сериал будет показываться в привычное для канала время – 21:00. Известный пластический хирург Сергей Поляков вместе со своей женой Катей попадает в автокатастрофу. Спустя 3 года Катя восстанавливается после перенесенных операций. Случайная встреча с человеком, который представляется ее старым другом Дмитрием Новиковым, заставляет Катю задуматься над своим прошлым. В кабинете мужа Катя находит документы, свидетельствующие о том, что ее настоящее имя Марина Жданова. Помощница Полякова Нелли признается, что Поляков изменил внешность Марины Ждановой и превратил ее в копию своей жены. Оказавшись совершенно одна в незнакомом месте, Катя обращается за помощью к единственному человеку, которого знает – Дмитрию. Дмитрий привозит Катю к себе домой, где она встречается со своей мамой – Аленой Званцевой, которая не видела дочь с момента автокатастрофы. Катя чувствует себя неловко при встрече с незнакомым человеком. Она не может открыто признаться ей, что на самом деле не настоящая ее дочь. Катя узнает, что у нее есть муж и дети. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.